вращающимися движениями. Следите за тем, чтобы пальцы были расслаблены. Плавные круги расслабленными руками. Движение происходит только за счет запястья. Плавно имитируйте рукой движение волны. Движение идет от плеча, передается запястью и заканчивается пальцами. Начинайте движение с плеча, ощущая легкое сопротивление. Представьте, что рука движется в воде. А теперь другая рука. Вверх и вниз. Плечо, запястье, пальцы. Теперь двумя руками. И снова начинаете движение с плеч. Плечо, запястье, пальцы. Почувствуйте ритм движения за счет плеч и верха спины. Позвольте рукам естественно плыть одной за другой. А теперь еще и потянемся вправо и влево. Переносите свой вес с одной ноги на другую, сгибая поочередно колени. Растягивайте свои боковые мышцы, потягиваясь сильнее. А теперь наклоняйте голову, чтобы усилить движение. Качайтесь из стороны в сторону. Продолжайте качаться. Это очень полезно для всего вашего тела. Почувствуйте ритм движения, перенося вес тела с ноги на ногу. Медленно начните вращать плечами. Вверх, назад, вниз и вперед. Сохраняйте мышцы шеи и трицепсы расслабленными. А теперь вращайте в другом направлении. Попеременно правое плечо, левое плечо. Вращение плечами очень приятно. А теперь те же вращения плечами с плавными сгибаниями коленей. Вращаем плечами вниз и назад, и вверх, и вперед. Следим за тем, чтобы стопы были прижаты к земле, а колени были на одном уровне с большими пальцами. Выпрямляясь, начинаем вращать плечами вперед. Затем удары плечом вперед и назад, вперед и назад, как будто ваши плечи похожи на кулак.
А теперь другая рука. Держите спину прямо, не опускайте подбородок. А теперь поочередно. И раз, и раз, и раз. Плечи двигаются отдельно, одно от другого.